I believe in the, in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, you, wicked people are born. Холодным зимним утром в конце января 1979 года в государственной начальной школе Гровера, Кливленда, раздались выстрелы, которые были услышаны во всем мире. Нападавшая оказалась хрупкая 16-летняя девушка по имени Бренда Энн Спенсер. Она проснулась в своем доме, схватила винтовку и начала стрелять из окна, потому что просто не любила понедельники. Детство Бренды Энн Спенсер. Бренда Энн Спенсер родилась 3 апреля 1962 года в Сан-Диего, штат Калифорния. После развода родителей она жила вместе с отцом Уоллисом Спенсером в доме, расположенном прямо напротив школы, в которой устроила стрельбу. По словам Бренды, они жили очень бедно. Отец часто выпивал и был так безразличен ко всему вокруг, что даже не мог обеспечить дочь отдельным спальным местом поэтому они спали вместе на полу в гостиной на единственном матрасе. С раннего детства воспитанию бренды не уделялось должного внимания, и большую часть времени она была предоставлена сама себе. Подолгу болталась на улице и проводила время в сомнительных компаниях, занимаясь мелким хулиганством. Общество не принимало ее. Ходили слухи, что другие девочки не хотели с ней дружить, поскольку одной из ее любимых забав было обезглавливание кукол, и это пугало детей. По наблюдениям специалистов в области криминалистики, нанесение увечий игрушкам свойственно многим маньякам в их детстве. Так они выражают агрессию по отношению к другим людям или проецируют насилие, которому их подвергают взрослые. Школа и учеба не интересовали подросшую бренду, и она часто прогуливала занятия. Одноклассники характеризовали ее как замкнутую и неприятную на вид девушку. В 16 лет она была ростом около 157 см, имела очень худое телосложение, ярко рыжие волосы и веснушки. Единственное, что увлекало бренду, это фотография, и однажды она продемонстрировала исключительный талант, заняв первое место фотоконкурсе Общества защиты животных. Однажды из-за постоянных прогулов в 1978 году девушка была направлена в учреждение для трудных учеников. Ее сотрудники сообщили отцу Бренды, что его дочь имеет склонность к суициду, но никакой реакции от него не последовало. Вскоре Бренда Спенсер была арестована за стрельбу из пневматического пистолета и кражу со взломом. В декабре того же года по результатам психиатрической экспертизы, организованной сотрудниками службы пробации, Спенсер было рекомендовано поместить в психиатрическую больницу из-за депрессивного состояния, но ее отец Уоллес не дал разрешения. В ее биографии были и другие тревожные факты. Уже в юности Бренда была зависима от наркотиков и алкоголя, а также имела нездоровое увлечение телевизионными программами о серийных убийцах и насилии. Девушка могла часами сидеть перед телевизором, жадно впитывая все нюансы и детали преступлений. Незадолго до стрельбы она призналась одноклассникам, что хочет стать знаменитой и готовится сделать что-то очень большое. Странный подарок на Рождество. Накануне Рождества 1978 года девушка попросила у отца в качестве подарка радиоприемник. Но родитель, который, казалось, никогда не реагировал на поведение дочери и ее просьбы должным образом, вместо этого подарил ей полуавтоматическую винтовку «Рюгер» 10-22, 22-го калибра и несколько сотен патронов. Нормальному человеку сложно понять, чем руководствовался взрослый мужчина при выборе такого подарка. Позже, когда полиция спросила у Бренда, почему он мог это сделать, она ответила, ⁇ Он хотел, чтобы я покончила с собой ⁇ Однако, когда в руки проблемного подростка попало оружие, произошло нечто более ужасающее. Стрельба в школе Кливленда. Рано утром в понедельник 29 января 1979 года дети толпились рядом с воротами начальной школы Гровера Кливленда, ожидая, когда их откроют перед новым учебным днем. Через дорогу от школы, из окна своего дома, за ними наблюдала проснувшаяся Бренда Спенсер. Она была одна, так как отец ушел на работу и разрешил ей остаться из-за плохого самочувствия. Когда у входа скопилось много людей, Бренда открыла по ним огонь из недавно подаренной на Рождество винтовки. Первым ребенком, в которого прицелилась Бренда, стал девятилетний Кэм Миллер. Мальчик был одет в жилетку ее любимого синего цвета. Пуля прошла сквозь грудь и спину, но он чудом остался жив. Директор школы Бертон Рагг разговаривал с учителем Дэрилом Барнсом, когда стали раздаваться выстрелы. Вместе с ним он выбежал на улицу и увидел, как школьники один за другим падают на землю и кричат от боли. Те, кто остался невредим, в растерянности оглядывались по сторонам. Никто не понимал, что происходит. Директор Бертон Рэг попытался защитить своих учеников, но был смертельно ранен в сердце. Еще одним погибшим стал охранник Майк Сучер, попытавшийся помочь пострадавшему Регу, пока тот был в сознании. Всего были ранены 8 детей. Прибывший полицейский, 28-летний Роберт Роб, получил серьезное ранение в шею, но выжил. Дальнейших жертв удалось избежать только благодаря тому, что полиция заблокировала линию огня Спенсер, перегнав мусоровоз ближе ко входу в школу. Выпустив 36 патронов, Бренда забаррикадировалась в своем доме на несколько часов. В этот момент один из репортеров опрашивал по телефону свидетелей, живших поблизости. Сам того не подозревая, он дозвонился до террориста. Во время их диалога Бренда открыто заявила, что именно она являлась нападавшей и сделала это, потому что не любила понедельники. Впоследствии эта фраза стала очень популярна в медиа. Профайлер ФБР Кэндис Де Лонг прокомментировал «Такой легкомысленный, саркастичный и бессердечный ответ, как «Я не люблю понедельники», используемый в качестве мотивации для стрельбы в школе, говорит о том, что Бренда Спенсер знала, что делает, и была вменяема во время совершения преступления. В ходе переговоров с полицейскими, которые приблизились к ее дому, Спенсер сказала, что те, в кого она стреляла, стали легкой мишенью. Для нее это было так же легко, как стрелять уток в пруду. Бренда собиралась выйти и стрелять дальше, но в конце концов преступница сдалась полиции и была арестована. При обыске полицейские обнаружили, что в доме были разбросаны пустые бутылки из-под алкоголя, однако Спенсер не выглядела пьяной во время ареста, а ее выстрелы были слишком точны для нетрезвого человека. Проведенный анализ крови подтвердил, что в тот день она не принимала никаких веществ. Суд и приговор. Ввиду тяжести совершенного преступления несовершеннолетнюю Бренду Спенсер судили как взрослого человека. Она признала себя виновной по двум пунктам обвинения в убийстве и нападении с применением оружия. 4 апреля 1980 года, на следующий день после своего 18-летия, Бренда была приговорена к тюремному заключению на неопределенный срок от 25 лет до пожизненного заключения с правом на условно досрочное освобождение. В тюрьме Спенсер поставили диагноз эпилепсия, и она стала принимать лекарства, в том числе для лечения депрессии. Несколько раз она наносила себе увечья, но в целом вела себя мирно по отношению к другим сокамерникам. В 1993 году заключенная получила право на слушание по вопросу ее условно-досрочного освобождения. Во время заседаний, проходивших в разные годы, она пыталась придумать новые оправдания тому, что произошло в день трагедии. В 1993 году Бренда Спенсер утверждала, что находилась под воздействием наркотиков и алкоголя во время стрельбы, а результаты токсикологической экспертизы якобы были сфальсифицированы, в том числе и ее адвокатом. В 2001 году она сообщила о том, что причиной ее жестокости было пережитое сексуальное и физическое насилие со стороны отца. Но это заявление... Никогда не было официально подтверждено или опровергнуто следователями. В 2009 году прошло еще одно слушание, во время которого Спенсер оправдала свой поступок тем, что хотела совершить самоубийство. Я знала, что если я буду стрелять по школе, то приедет полиция и застрелит меня. Во время диалога с комиссаром она сообщила, что не хотела причинять кому-либо вреда и не целилась в людей намеренно, а стреляла в сторону парковки. Но в 1979 году она говорила полиции совсем другое, а именно то, что ей нравилось смотреть, как ребенок, в которого она попала, начинал извиваться от боли. И это хладнокровное высказывание перечеркивало любые новые утверждения преступницы. Более того, следователи должны были раз за разом задаваться вопросом, почему Спенсер не говорила о том или ином факте раньше. Хотя Бренда не отрицала своей прямой вины, она делала все возможное для того, чтобы сместить фокус на себя и на свои страдания, которые ей якобы пришлось пережить. Такое поведение свойственно людям, страдающим психопатическим расстройством личности. Они не способны испытывать искреннего раскаяния, но прекрасно манипулируют чувствами других людей. Именно поэтому, чем дольше Бренди Спенсер отказывали в условно-досрочном освобождении, тем больше она заявляла о себе как о жертве, которая не могла нести ответственности за совершенный поступок. Она была жертвой насилия и пренебрежения со стороны семьи и сверстников, жертвой своих зависимостей, суицидальных мыслей, в конце концов жертвой собственного адвоката, но она никогда не говорила о тех людях, ставших ее жертвами в далеком 1979-м. Все пять попыток Бренды Спенсер выйти на свободу досрочно провалились. На данный момент ей 61 год, 43 из них она провела в стенах исправительного учреждения для женщин в Чино, штат Калифорния. Следующее слушание может пройти в 2025 году. Еще одна стрельба. В 1989 году, спустя почти 10 лет после трагедии в Сан-Диего, в Стоктоне, штат Калифорния, произошло еще одно нападение на школу, на другую одноименную школу имени Кливленда. Нападавшим был 24-летний мужчина Патрик Эдвард Перди без определенного места жительства. За три минуты он произвел 106 выстрелов из винтовки. В результате стрельбы погибли 5 детей, а еще 29 были ранены. После этого преступник покончил с собой. Заголовки газет шокировали повзрослевших жертв стрельбы 1979 года. Кристи Бьюэлл была одной из восьми детей, раненых Брэндой Спенсер, Ей было всего лишь 9 лет, когда в ее живот и поясницу попали две пули. Узнав о новом случае нападения на детей, она сообщила репортеру, я боялась за них, мне было очень жаль, потому что я точно знаю, что они чувствуют. Я пережила тот же самый ужас. Хотя спустя годы ее физическое состояние было в норме, она все еще испытывала посттравматический стресс. Я просто никогда не справлюсь с этим, сказала она дрожащим голосом. То же самое испытывали годы спустя родители пострадавших детей. Ли Селвик, отец другой девочки, сказал, что одноименное название школы в заголовках заставило их семью вновь испытать то горькое послевкусие. Это создавало впечатление, что кошмар повторяется. Всю жизнь Селвик сожалел, что его дочь Моника потеряла возможность быть простым ребенком. Она была потрясена суровой жестокостью мира и уже не могла взрослеть постепенно. Ребенок имеет возможность расти, чувствуя, что он в безопасности, сказал Селвик. У него должно быть право на ощущение детской безмятежности. Бренда Спенсер навсегда отняла это у Моники. Хотя жертвы стрельбы, устроенной Брендой Спенсер, давно выросли, они никогда не забывали о случившемся. Некоторые из них связали свою жизнь с педагогикой и правосудием, отдав честь погибшим работникам школы и полицейским, которые героически их спасали. Школа, в которой они учились, была закрыта несколько лет спустя из-за недобора учащихся. В 2018 году ее здание было снесено для строительства жилого комплекса, а мемориальная доска, установленная в память о жертвах нападения, была перенесена в другое место. Дорогие подписчики и гости канала, как вам кажется, добьется ли Бренда Спенсер условно-досрочного освобождения или проведет остаток жизни в заключении? Своим мнением об этом делитесь в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы, и не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.